Капрал Дуэйн Хикс, CQ-404-8215-9. Сигнал бедствия. Мое подразделение понесло большие потери на LV-426. Оставшиеся в живых находятся на борту Сулака. Срочно требуется помощь. Выжили. Капрал Хикс, одна женщина, одна девочка и андроид. У андроида критические повреждения. Всех морпехов, отправленных на LV-426, можно считать погибшими. Повторяю, все морские пехотинцы, отправленные на LV-426, погибли. Подъем, морпехи! Это не учебная тревога, а мы уже не в Канзасе. Всем встать! Информация для новичков. Я капитан Круз. Вы экипаж Сифоры, моего корабля. 17 недель назад десантный борт Сулака подал сигнал бедствия. Рина-2-3 ушел первым. Они встретили ожесточенное сопротивление. Вы последний из батальона, кого достали из заморозки. Так что не ныть, мы и так дали вам поспать подольше. Готовьтесь к бою. Всем быть в ангаре через 20 минут. Назовитесь. Капрал Кристофер Уинтер, 118-й батальон, на борту Сифоры. Капрал Уинтер, прикрепляю тебя к Рина-2-1 для спасения 2-3. Как настроение, парень? Все нормально, капитан. Но я беспокоюсь за 2-3. Вот и хорошо. Давай догоняй 2-1. Они постараются добыть черный ящик Сулака и выяснить, кто все это устроил. Сэр, что там было? Мы обосрались. Ну что, господа и дамочки, на борту корабля колониальной морской пехоты США «Сифора»? Внимание! Прямо сейчас Рино-2-1 и Рино-2-3 ведут бой. А мы, морпехи, своих не бросаем. В течение 2 часов мы отправим к Сулака несколько спасательных шлюпок и начнем операцию. Сэр, в последний раз Сулака засекли над Фьюри 161. Как корабль оказался у этой планеты? Лейтенант Рид, спасибо, что перебили. Как эта корыто сюда попала, неизвестно. Нам важно, что там гибнут наши морпехи. Ситуация напряженная. Новую информацию будете получать по мере поступления. Готовьтесь к бою, морпехи! Ура! И к черту! Ура! Слушай сюда. Мне нужна только информация. Никаких подвигов, никакой ерунды. Будешь моими глазами. Докладывай обо всем, что видишь, чтобы я знал, чего ждать. Понял. Передайте Рино-2-1. Двигаюсь в их направлении. Вы уже взлетели? Взрыв на Сулако! Давление падает! Это Рейдер 6-5. Соединитель качает воздух в черноту. Тут все на соплях, сэр. На соплях? Рейдер, доложите по форме.
20 минут до полного обрушения. Вырубите эту штуку. Уинтер, слышал? Доберись до другой стороны, и мы отрубим эту штуку. Продолжаю движение к Сулаку. Прием. Погибшие и раненые, немедленно пришлите медика для оказания помощи раненым морпехам. Рино 2-1. Не выйдет 2-1. На нашей стороне заклинило шлюз. Мы не можем использовать соединитель, это слишком рискованно. Действуйте самостоятельно по обстановке. 2-1, как там дела у 2-3? А, Уинтер, смотри-ка, он и тебя прислал. Ну что ж, раз такое дело, доставай датчик движения и скажи, что ты видишь. Вижу вас двоих. 2-3 на юге. За ангаром, возможно, они что-то ремонтируют. Движутся? Нет. Стоп. Неопознанный сигнал. Что-то движется. Черт. Сифора, судя по всему, 2-3 заняли позиции. Или убиты. Передвижение неопознанных объектов. Возможно, на морпехов напали. Так, сейчас мы с Уинтером. Черт. Сифора, я следую по направлению к 2-3. Парень, помни, что я говорил насчет геройства. Конец связи. Сэр, тут по палубе буквально размазана половина неопознанного андроида. Которая половина? Ну, говорить она точно не может. Тогда найди разговорчивую половину. Конец связи. На отстрелянные криокапсулы. Жуткое пробуждение.
Твою мать. Капитан, вы это видите? Виндер! Достань резак и вытащи меня отсюда! Сифор, это Уинтер! Я обнаружил Киза из Ирина 2-3. Вокруг вижу тела, но не всех. Одного или двух морпехов из 2-3 не хватает! Что, погибли? Погиб. Не ссы, я тебя вытащу. Уинтер, бери тех, кто остался, и отступай к остальным 2-1 возле ангара. В бой не вступать! Сэр, это Киз из 2-1. У нас было задание добыть черный ящик Сулака. Сынок, я сам отдавал тебе этот приказ. Но все уже кончено. Просто возвращ... Мы должны узнать, в чем дело. Для этого нужен черный ящик. Сэр, при всем уважении... Уважение означает, что ты заткнешься и будешь выполнять приказ. Конец связи. К черту приказы. Черный ящик совсем близко. Возьмем его, потом прибудем к Рино 2. О'Нил, ты все еще там? Дерьмо. Парни, возвращ... Что за... Нет. Дай нам 10 минут. Камера? Мы возьмем черный ящик. Морпехи не должны погибать все. Даю вам 5 минут на все про все. Киз, постарайся найти Беллу. Урай, к черту морпех. Постараемся. Спасибо, О'Нил. Спасибо, Витер. Если кто-то пошевелится, не раздумывай, сразу стреляй.
здесь кто-то есть. Больше я им не дамся. Контакт! Контакт! Вынеслась! Соскучился? Черный ящик у нас. Две минуты. Кейтс, лови! Уинтер, понял тебя. Нервничать потом будем. Возвращайтесь. В черном ящике должны быть данные о том, что произошло на флаге. Если мы его доставим, неизвестно еще, что выйдет. Пару секунд!
Черный ящик отправляется на Сифору. Парни, задание выполнено. Рину, уходим, уходим! Уинтер, пошел! Мы потеряли черный ящик. Киз, он был у Киза. Все к черту. Ну, мы-то живы, а это уже кое-что да значит. Говорит Сифора, вы меня слышите, 2-1? Что произошло в соединителе? Сифора, слышу вас хорошо. Мы потеряли Киза. Кажется, у него в груди что-то взорвалось. Уинтер с тобой? Так точно, сэр. Что думаете про случай с Кизом? Все наши птички класса Шайн уже сбились в стаю и спешат к вам. Там почти 80 морпехов, им нужно где-то высадиться. Ангар вышел из строя, но есть место в грузовом отсеке. Понял. Направляемся к грузовому отсеку. Конец связи. Что-то не так. За мной. Сифора, высылаем вам запись. Сэр, эта штука не принадлежала десанту. На ней видна маркировка ВЮ. Срань господня. Что? Судя по датам, все записи сделаны после того, как мы получили сигнал от... Как там его? Капрал Хикс. Сифора, это 2-1. Что об этом скажете? Сэр, на корабле есть еще кто-нибудь? Бишоп выходит на связь с ВЮ. У нас нет времени играть в детективов. Возвращайтесь в грузовой отсек. Оба! Конец связи. Боже, ну мы влипли. Сифора, говорит Белла из Рина 2-3. Слышите меня? Слышу, 2-3. Доложите обстановку. Я очнулась, подавившись какой-то тварью, типа паука. Сидела у меня на лице. Мертвая. Сэр, я отстала от своей группы. Есть какие-нибудь вести от моих парней? Остальные бойцы 2-3 считаются погибшими. Простите. Выжившие из Рина 2-1 направляются к грузовому отсеку. Можешь туда добраться, 2-3? Что? Гарнет? Киз? Сифора, я что-то плохо соображаю. Даже не знаю, как туда добраться, сэр. Ты последняя из Рина 2-3. Постарайся вернуться живой. Конец связи. О'Нил, в чем дело? Похоже, это Белла. Она... у нас с ней. Ну... Что у вас с ней? Спали с ней. Отвянь, бойскаут.
Сулако, мы прибыли в первый грузовой отсек. Если дойдем до центра управления, откроем двери и выбросим эту дрянь в космос. Что за бред? Ничего не делай без меня! За мной следует Сифора. Уинтер, мы идем на посадку. Прием. Вас понял, Рейдер. Двери отсека закрываются автоматически. Так что поторопитесь. Да чтоб мне в кофе нассали. Так, все, держись! Сифора, из-за Уинтера я поцарапала свой любимый корабль. Другого у нас нет. Через пару минут корабль будет под контролем морской пехоты. Так что идем искать Беллу. Мне кто-нибудь скажет, что здесь произошло? Кто тут еще, кроме нас, на этом чертовом корабле? Сэр, мы контролируем боевой комплекс корабля Сулако. Противник бьет прицельно. Это Рейдер 6-5. Открыли ответный огонь. Бомб на инструкцию. Сэр, эти люди стреляют в нас! Не уходим, знаю, сынок. Первым огонь не открывать. Сможешь добраться до мостика и уничтожить весь боевой комплекс? Сэр, а вы там нет? О'Нил, будешь сидеть на жопе ровно, все морпехи на обоих кораблях погибнут. Так что считай, что это не вопрос, а приказ. Шевелись, солдат! Понял. Все твари мертвы! Накрыло вторым залпом. Сэр, нужно организовать полную эвакуацию. Боевой комплекс я не контролирую.
Белла! Белла, это О'Нил, слышишь меня? Знакомь, это люди, и кто ты? Да, я здесь. Прячусь на складе рядом с грузовым отсеком номер 3. О'Нил. Хорошо, держись, детка. Мы уже идем к тебе. Все эти вояки – люди в Эйланд-Ютоне. Они наемники. Это значит, про устав можно забыть. Они здесь что-то прячут, и свидетели им совершенно ни к чему. Поэтому зачисти тут все как следует от этой мрази. Понял тебя, Белла. Ура и к черту! Выполняй задачу. Что будем делать? Даже не знаю. С автопогрузчиком справишься? На учениях я с ним работал. Нос так золотуха. Сэр, вы это видите? Видите? Кто все эти люди?
Доктор Стэнтон, я отклоняю вашу просьбу. И делаю это по одной простой причине. Поверьте, вам совершенно не о чем беспокоиться. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Поверьте, пару недель назад я фактически был на вашем месте. Но меня заверили, я подчеркиваю, заверили, что нам абсолютно ничего не угрожает. Думаю, вы уже заметили, что наши покровители приняли дополнительные меры безопасности. Пока на борту Сулака находятся наемники, вы можете быть спокойны. Это я! О, Господи, Белла!
тебя на лице была эта штука, когда ты очнулась? Ты точно в порядке? Анил, она была уже мертвая. Я в порядке. Отодрала ее, как только пришла в себя. Со мной ничего не случится. Как же я счастлива вас всех видеть. Послушай, Сефора попала под обстрел, и мы идем отключать боевой комплекс. Ты как, а? Анил, я в полном порядке. Что ты как маленький? Идем. Сефора, говорит Уинтер. Мы нашли Белла из Рина-2-3, но нас обстреливают люди в Эйланд-Ютоне. Направляемся к мостику. Укажите кратчайший маршрут. Следуйте через инженерный отсек к рельсам. Понял, Бишоп. Через инженерный отсек. Буду докладывать обстановку. Режь дверь, Уинтер. Говорит Рейдер 6-5. Вижу три Шайена. Они высаживают морпехов на Сулака. Ура! Парни, не стреляйте по своим, а гадов из Вэйю отправьте прямо в ад. Наконец-то прибыло подкрепление. Почему мы уходим с Сефоры? Потому что Сулаку бьет по ней из крупного калибра. Если не доберемся до мостика, погибнут люди. 2-1. Вы добрались до рельсов? Почти на месте, Бишоп. Сефора, поднимайте в воздух все, что есть, и увозите оттуда всех наших. Всему экипажу Сефоры покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Новые позывные капитана Сулака. Повторяю, Сулака. Конец связи. Сулака, это Уинтер. Продвигаемся по рельсам в сторону мостика. Что там происходит в первом грузовом? Морпехов! Огонь!
атаку! Один готов! Come on.
Да, корабли стреляют друг в друга. Кто же захватил боевой комплекс Сулака? Похоже, мы скоро это узнаем. Наверняка мостик серьезно охраняется. Так замочи их всех. Бестолку! Обойди их и отключи ко всем чертям! Сэр, мы добрались до мостика. Задание выполнено. Поздно. Сэр, о чем вы? Мы же здесь. Сулака, СОС! СОС! Реактор в критическом состоянии. Мы ничего. Извините, сэр, мы не смогли. Нет! Экипаж, внимание! Говорит Сулака, всем приготовиться к столкновению. Я горжусь тем, что служил вместе с вами. Храни вас Господь! Провалили задание.